Данная проблема часто встречается при отсутствии входного контроля сырья по микробиологии. Яичный желток может содержать амилазно-активный фермент, отвечающий за расщепление сложных углеводов, крахмала, камедей, а также некоторых полисахаридов. Для решения этой задачи мы предлагаем использовать готовые компаунды торговой марки «Гелион». Это комплексные пищевые добавки, которые уже содержат в своем составе желток, крахмал, гуаровую и ксантановую камеди. Для каждой партии компаундов проводятся анализы на амилазную активность, содержание лактобактерий, вязкость и другие характеристики. Таким образом, качество майонеза на компаундах «Гелион» будет постоянным, от партии к партии.